Осенью 2015-го Казанский федеральный и компания «Хальдер Тапсе» подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках стороны предполагали обмениваться опытом, готовить высококвалифицированные кадры для нефтяной промышленности и вести совместную научную работу по целому ряду проектов. Кстати, взаимодействие КФУ с мировым лидером нефтедобычи и нефтепереработки открыло новые возможности перед молодыми учеными. Одними из первых ими воспользовался аспирант химического института Дмитрий Корнилов. Он стал обладателем специальной премии компании «Хальдер Тапсе». В целом я занимаюсь изучением скоростей равновесия изополярных реакций, перециклических реакций Дельсальдера, ионного синтеза. Собираюсь продолжать. Но это мне очень интересно и привлекает. И буду именно искать прикладные аспекты своих исследований. Не хотелось бы, конечно, чтобы все это осталось на теории. Кстати, кроме аспиранта КФУ, «Хальдер Тапсе» отметил лишь еще 5 молодых ученых со всей России. Для многих эта награда стала первой в их карьере, а для Димы – очередным подтверждением, что наука – его призвание. Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Универньюз.